Здравствуйте, с вами снова Алтынай Джалмамбетова. Мы находимся в участковой избирательной комиссии в Кыргызско-Российско-Славянском университете. В данный момент основная масса проголосовала утром. По данным председателя наблюдательного совета проголосовало 287 человек. Ну вот, 288 человек только что выбросил свой бюллетень, специальный аппарат. Вы только что услышали, как избирательница спорит с наблюдательной комиссией о том, что она не попала в список именно в данном участке. По ее словам, она каждый год, ну, точнее, каждое время, когда проходят выборы, она всегда приходит и голосует в этом участке.